Відкрита трибуна. В Україні хочуть створити державний фонд майбутнього. В нього надходитимуть гроші, отримані від приватизації об'єктів, частки доходів олігархів і монополістів. Потім ці кошти витрачатимуть на соціальні програми. Як вам така ідея? Ідея створення такого фонду, ну, опять же, я вважаю, що це все буде вигрібатися таким же олігархам в карман, ну, по старій схемі, да? Знаєте, як розрушають страны третьего мира. Когда у людей проблема с голодом, приходит добрый человек, который берет бабки с этих всех фондов, выгребает, потом вводит в какое-то производство, например, тушенки. Ювелирно затачивается цена, потом эта вся тушенка выгребается, и люди покупают, отдавая последние деньги на это все движение. Это будет просто перенос денег с одного русла в другое, типа, беспонтово, я считаю. Это просто чисто отмывание бабок, потому что такие фонды не с них не снимаются налоги, поэтому это чисто отмывание бабла, а куда они будут идти, это просто будет умножаться и идти назад на офшоры, на какие-то там в карманы тем же людям. В принципе, да, в идеале. На что бы вы тогда потратили деньги, да? Вот на какие социальные проекты? На социальные проекты? Социальные. Наверное, на постройку каких-то медцентров суперсовременных и, не знаю, на образование, на дороги. Не, ну дело хорошее, если богатые люди будут скидываться на социальные проекты. Ну, на что потратить, есть много на что. На улучшение инфраструктуры, на заботу о здоровье детском, на всевозможную помощь людям, создание рабочих мест там, в социальной сфере. Идея шикарная. Первое, что потратила бы, это на дороги и транспортную систему. У нас поезда нормально не работают, рейсов нет, все загруженное, в поездах жарко, дорог нормальных нет. Ну, как бы хочется привлекать туристов и показывать им Украину, а не создавать им проблемы для передвижения. В этом, я считаю, с этого следует начать. Я, вы знаете, всегда за меценатство. У нас очень многие взять Дюка де Ришелье, Столярского, того же, который ездил по деревням, собирал детей одаренных и привозил, и интернат был построен с такой целью, чтобы богатые дети, которые могли оплачивать обучение, оплатили, а дети, талантливые дети, которые не могут. Да, если это будет честно и действительно, то я бы дала на спасение животных. Потому что самые благодарные – это животные. Ну, это мое личное мнение, как бы оно там ни звучало. Ну, я как человек приезжий восхищаюсь Одессой, например, и в то же время грущу по поводу того, в каком состоянии город находится. Это бросается в глаза. Я бы вкладывал деньги в то, чтобы восстановить город, восстановить эти прекрасные здания, вернуть городу былое величие. На это деньги не жалко. Да, я считаю, что это правильно, что олигархи и богатые люди страны, бизнесмены, они должны вкладывать деньги в всякие социальные проекты. Главное, чтобы это был не фейк. Вот. Но я считаю, я бы вложил, опять же, в медицинскую структуру, то есть обновить все поликлиники, больницы. Опять же, вот в психиатрической больнице был пожар недавно. Я уверен, что в этом виновато там отсутствие пожарной безопасности, то, что отделение вообще деревянный дом, то есть нужно соорудить современные здания кирпичные, которые не будут так легко загораться от любого малейшего какого-то огня. Ну, помогать нашим военным, конечно, которые принимают участие в АТО, и медицина, сироты, сиротам помогать. Вот, ну, стандартные тоже. Такие. А животным. Еще, конечно, очень важно помогать животным, поскольку они бедные и несчастные. Вообще у них нет домов, они ходят голодные по улицам, и это ужасно. Идея неплохая. В принципе, есть очень большой спектр, куда можно потратить эти деньги. Я бы, наверное, все-таки концентрировался на молодежь, на детей, на развитие образовательной, спортивной части. У нас проблема большая, город-миллионник.
практически нет нормальных баскетбольных площадок, допустим, с футболом еще более или менее. Я уже не говорю за более мелкие виды спорта. Я бы подумал спорт и медицину для детей и образование. То есть, потому что дети – это будущее, и я думаю, что это номер один. Відкрита трибуна.